Так, дорогие друзья, всем ассаламу алейкум. Все, кто спрашивает, куда я пропал, почему не выкладываю ролики, хочу внести небольшую ясность. Сейчас пропала монетизация, вот всякие санкции, да, по YouTube, поэтому это слегка демотивирует, как это сейчас модно говорить. Вот, но хочу обрадовать тех, кто все-таки не перестает следить за моим каналом. Я буду выкладывать ролики почаще, потому что мой творческий кризис, надеюсь, подходит к концу, и мы будем двигаться дальше. Всем большое спасибо, приятного просмотра.
Овощи хрустят, мясо нежное. Лапша прикольная. Кислая, сладкая, острая. Люблю вот этот чили-перец с чесночком. Вся вот эта Азия в одном блюде. Очень вкусно. Ну что ж, друзья, наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте палец вверх. С вами был я, Эльзат Малик. До скорых встреч!